Всем привет, ребята! И сегодня мы будем играть в игрушку под названием. То есть не играть, а продолжать нашу вторую часть по сталкеру «Зов Чернобыля». Ну что ж, ну а мы будем начинать. Погнали! Так, ребят, и, короче, мы будем играть... Блин, не виднеется, походу. Будем... Блин. Имя мое не видно вам, наверное. Но там написано Виталий Сухарь. Да, лучше не придумал. Так, и у нас такое... Такое себе... Блин, ты чё, чувак? У нас есть АКС-74У, ножики, пара патронов, водичка, аптечки, колбаса и антирад. Ну и спальный мешок. А, вот это, кстати, кошелек. Это у нас расширенный ПДА. Ну-ка, подожди-ка, расширенный ПДА. Опа, а тут что, музыку можно слушать? Да ну. Ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Так, опа, погнали. Да, весело. Можно когда включать, когда скучно. Так, ну мы сейчас будем начинать. Эта музыка меня сейчас, наверное, меня не слышно. Так. Ух ты, у нас тут мясо какого-то мутанта жарится. В костыльке ничего. Так, здорово, ты кто? Ух ты, какой котик. Ну-ка, подожди, что у тебя сзади? Ничего. Так, что у тебя? Сыграть не... Чего тебе? Да. У кого можно задание взять? О, шкафчики. Вдруг что-нибудь там полезного. Ага, фиг тебе. Все. Так, конечно, у нас видел, как долгарь убил псевдособаку на ростке западнее западного блокпоста. Так. Ну-ка, у тебя хотя бы можно? А, то есть у всех сталкеров можно. Ну-ка, у тебя можно что-нибудь? Мне нужна работа. Есть что, например, тебе помощь? Да, нужна по правде. Говорят, тут неподалеку монстры грёбаные засели и нападают на наши отряды. Стоит только за лагерь выйти, сможешь вы найти их логово и пристрелять их там. Всех нахрен. Да, я берусь. Так, еще? Нет, ничего. Так, подожди-ка, а он нам... Где это логово мутантов? Ну, в принципе, это недалеко, да. Так, у тебя можно? Хотя нет, вот у тебя. Нет. Нет, ничего. А у тебя что тогда? Ну-ка, у тебя есть что? Мне нужна часть мутантов. Нет. Чел, у меня нету зуб химеры. Так. Так, хеллоу. У тебя есть что-нибудь? Нет, ничего, понятно. Опа, синенький. О, так, патроны НАТО, натовские патроны, инструменты для грубой работы, нормально. Подожди-ка, их можно? Погоди-ка, а тут где техник? Техник тут. Техник находится нам с Петренко. С каким-то Петренко надо встретиться. Так, подождите, если нам туда. Да, нам туда. Ждите. Так, если мы сейчас вот это что у нас? Важный персонаж. Нет, нам. Так, если мы вот отсюда выйдем. О, подожди-ка, какой-то отряд сюда нам пошел. Так, ну погнали. Подождите. Опа, сейчас этот отряд убьет и мне халявную награду сейчас дадут. Если, конечно, он убьет. Блин, ну ладно, пишите. Так, то есть нам вот сейчас вот через этих ребят пойдем. А, тут один чувак сидит, отдыхает. Так, подождите. А, вот оттуда. Блин, вот на... Вот, подождите, это какая? Я забыл. Чешутся у меня руки.
Так. Опа, подожди. А, нет. Так. Ой. Так, на дикую территорию. Тупо пришел сейчас. Ладно. Так, они уничтожили лагерь мутантов. Так, у тебя есть что-нибудь? Нужно работать есть. Зашибись. Думаю, ему нормально пойдет. Нет, извини, братан, мне самому такой костюм нужен. Так, опа. Отсюда. Так, сейчас надо за наградой вернуться и купить что-нибудь. Трай-трай-трай. Ой, подожди, подожди, подожди. Звуки надо поменьше, а то меня вообще не слышно там. Не, еще лучше. Блин. Ну ладно. Нормально. Надеюсь, меня слышно. Так, эй, чел, 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 я. Я твое задание выполнил. Так, это нет. Вот, это ты, да? Задание выполнено. Так. Ага. Координаты тайника. Нормально. Есть что-нибудь еще? Приветствую, бродяга. Не перебьешь ли парочку анархистов? О, анархистов, ну ладно, давай возьмем. Нашивка свободы. А, я думаю, надо было бандитов. Ну ладно. Так. Да что ты не толкаешь-то? Так, мне нужен торговец и техник. Так, сейчас. Блин, погнали. Так, может, еще каких-нибудь сюрпризов у меня? Ага. Думал, еще пару сюрпризов дали. Нет, нифига. Так. Нет, мне не в ту сторону. Мне нужно встретиться с техником и нужны техники торговец. Это кто у нас? Проводник? Важный персонаж. Что за важный персонаж, неизвестно. Так, ага. Тай-тарарай, тай-тарара. О, это ты, что ли, важный персонаж? Ну-ка. Рад тебя видеть, сталкер. Добро пожаловать на арену. Ну-ка, подожди-ка, подожди-ка. Не, пока мне на арену пока что рано. О, чел, ты что, сидишь, грустишь? Ну ладно. Бар 100 рентген. Бар 100 рентген. Так, вот тут пару сюрпризов. Тут лежат. Вот они. Ага. Пустые. Да что ж мне так не везет-то? Ух ты. Все для победы. Ядерная бомба, нормально. Да, я прохожу, прохожу. Так, опа. Наш опыт нашим друзьям. Мир и чё? Мир и друг. И чё? Подожди, не видно ничего. Мир и дружище. Блин, не могу там написать, ну ладно. О. Ну и что есть? Ты кто? Чё тебе? Я здесь не информатор. Я могу предложить тебе услуги. Ага. Так, ну он типа тут это услугам информацию всякую раздает. Так, опа, жрать, спасибо. Энергетик, спасибо, чел. Это тоже возьмем. Так что у тебя? Ага. Так, опа, я еще. Здорово, здорово. Опа. Где еще нибудь? Ничего нету. Так, а ты кто? Это ты чем-то за? А, ты проводник у нас. Янтарь, болото, армейские склады, свалка, кордон. База нейтралов, я кажется, институт Юпитера. Нет. Понятно. Так. Блин. Эй, иди сюда. О, там сюрпризики. Ой. Нормально. Нет, ура. Так, ты купи чего хочешь или как? Подожди, я хочу у тебя, что у тебя в продаже есть? О, 35, нет. Нет, чел, мне так не надо. Так, что я хотел? Что я хотел? А что серьезно хотел? А, все, вспомнил. Так, где у тебя там? Мне нужна кое-какой
Прицел на мой автомат. Прицел кобра. Ну-ка, прицел кобра, есть у тебя? Кобра, кобра, кобра. Блин, ну это натовские всякие прицелы, блин. Ладно, погнали. Мне нужна работа, есть что? Мне нужен артефакт пузырь. Есть еще что-нибудь? Так, достаем лунный свет. Нет, фигня. Купить информацию. Нет, хотела. Торговля. Фигня у тебя, короче, бармен. Ну-ка. Как дела, братан? Мне нужно работать. Чел, я хочу туда пройти. Дай мне туда пройти. Я хочу посмотреть, что там у вас есть. Я хочу. Мне даже интересно там. Ну-ка. Ну, блин, понятно, меня не пропустит. Интересно, если я ствол достану возле бара Сталинген. Все разлятся? Ну, лучше не буду это пробовать. Привет, чел. Так. Вот, я уже на карте вижу отметки. Метки этих. Где можно поспать. И, опа, чел, здорово. Ух ты. Ну-ка. О, вот это ты норм, чел, тут. Развлекаешься. Опа, это что у нас? А. Блин, чел, пропусти. Блин. Во. Мне нужна работа. А, нет. Ну-ка, подождите. Подождите, подождите. Если я сейчас вот это сделаю, так сколько стоит ремонт? А, не надо ремонт, да? Калашу тоже не надо ремонт. Подождите, если... 800 рублей, если я ему дам вот это... Ну-ка. А, это все что ли? Я думал, будет анимация. И сейчас сколько? Да ты не офигел, что ли? Скидку сделай мне. О, я просто ему дал. Ну ладно, мне нужно работать. Еще, например, знаешь, браток. Ведь на самом деле неплохой техник, оружие, броню чинить умеет, даже апгрейды какие-нибудь делаю. Вернее, делал бы, если бы у меня были инструменты. Берусь, благодарю, задание выполнено. Отлично, чувак, ох, прости, мне нечем заплатить, но я могу дать тебе хорошую скидку. Ну, скидку нормально, скидку тогда нормально. А какую тогда скидку? Слышь, а ты не офигел? 20 рублей там скидка, обалдел что ли? Тут вообще 10, да ты... Я тебе, значит, инструменты принес, тебе пофиг, да? Какие-то 10-20 рублей скинул и все. Ну хотя бы сотку скинь, блин, Ах ты ж говнюк. Мне нужно работать, ищешь, например, эй, чувак, если ты... Набор получишь еще лучше, с кем поможем. Чего? Эй, чувак, если ты согласишься. Ладно, пофиг, возьмем. Только где мне эти инструменты взять? Тут закрыто. Ух ты. Ну понятно, 20-10 рублей скидку сделано. Да вообще, зажрался. Ну-ка пойдем. Стоп, подождите. А, вот, арена. Пойдем развлекаться на арену. Но если, конечно, я не умру. О, здорово. Ладно, ладно, я не понял. Опа, что это у нас? О, 100 рублей. Эй, чел, разменяешь сотку? А, нет. Есть ли у меня противник? Ну, что ж, первый бой. Твой противник такой же кусок мяса, как и ты. Попал сюда из-за долга. А, из-за долгов. Ему поставили выбор. Либо выходишь и дерешься. А, понятно. Давай, сейчас я... Сейчас его... Ага, да. А, ну это... Да, он тот чел, он точно на кусок собак. Ой, какой... Сейчас, подождите, подождите. Нет, я хочу... Ну, блин, ну ладно. А, подождите, подождите, я хочу, чтобы весело было.
Во, все, веселуха пошла, давай. А ну, чики-брики и вданки. Ой, подожди, чел. Ой, он обходит меня. Так, надо перезарядиться. Так, опа, а ну, чики-брики. Чики-брики и вданки. Чики-брики и вданки. Давай, Валену шелупой. Ура! Понятно. Я же говорил, я же его победю. Ой, побежду. А, понятно. Так, ну-ка, отключи-ка. Так, есть еще что-нибудь? Мне понравилось, что там. Так, подожди, открыть двери. Опа. Почему все открывается? Ну-ка. Что у нас тут? Понятно, пусто. Вот тут всегда пусто. Подожди, вот тут что-то. А, нет. Так, скучно у тебя. Ну-ка, давай дальше. 1000 рублей, нормально. Давай еще. Это для меня какой-нибудь предыдущий бой, и еще ничего не значит. Ты еще все еще кусок... Да ты обалдел. Я знаешь, как его одолел. Приличный человек. Обоймы. Так, ну понятно, погнали. Так, кто у нас там? Пф, я сейчас покажу, какой я мастер. Смотрите, ребят, и учитесь. Пф, мне бы дали обычный пистолет, я его все равно бы уделал. Подожди, чел. Погнали. Тай-рай-та-тай. Тай-рай-та-тай. Тай-рай-тай-тай. Ты чё, эй, чел? Аккуратно. Тай-рай. Изи. О, здорово, челдики. Мясник. Его что там, разделывать пошли? Тай-тай-тай. 2000, давай еще. Ну что ж, ты оказался не таким уж и слабаком, каким показался с первого взгляда. Пришло время проверить тебя в честной схватке. Против тебя выступает два противника. Первый швед, а второй... Понятно. Против шведов будем. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Да я их троих бы уделал. Давайте. Ща. А, даже так? Ну ладно. Та-та-та-та-та. А, интересно, они сам... Блин. Да вы чё, обалдели? Я как с вас с такой стороны буду? На. Так, один минус. Здорово, чел. Ой. Поймал маслину. Где ты, чел? Ага. Добрался, да? Да, конечно, не было шансов, ты что? Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Давай еще. 3000. Еще. Я хочу сразиться с человеком. Какая-нибудь тварь. Вот давай. Псевдопес. Крупный экземпляр, но сильно израненный. С другой стороны, что очень жестокий зверь. Ладно, хорошо. А ты не офигел, чел? Ну ладно. По рукам еще один. Время, что вам потребуется. Двойной. 30 секунд тройной выигрыш. Тройной, то есть. Да. Так, ребят, и короче. Ой, блин, поймал маслинку, поймал. Чем не залекаться? О, кровотечение, я походу мертв, чуваки. Все, я походу мертв. Аптечечка. Да блин, чуваки, не стреляйте. Давайте мирно. Хотя я первый начал. Встань. Давай. А ну шелупойн, вали. Блин, гранат жалко нету. Так бы я им закинул одну. Тен. Ой, нет, я, пожалуй, посижу тут, мне и тут хорошо.
Блин, я не могу его из-за кустов увидеть. Да-ра-ра-ра-ра-ра. Так, я, пожалуй, сменю позицию. Вот на этот камешек. О! А! Нет! Нет, 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 нет! И не. Пожалуй, я там посижу маленечко, хорошо? Ты чё там стреляешь? Ой. Опа, песенка такая. Так, попал ему. Так, все, минус. Ну, блин, да что ж ты? О, все, 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 все. Быстрее, быстрее, пока никого-то нету. Опа, трупаки. Так, патрончики. Пацаны, спасибо вам за патроны. Троекратно вас благодарю. Да, держите, ребят, держите. Правда, трупы мои не утати. Бокалышек. Так, еще две. Осталось только три нашивки, нашивки бандитов. Опа! Челик, здорово. Так, не, мне такой обрез не нужен. Так, патрончики заберу твои. Чисто небо в цикл. Вы куда идете? Так, у меня три нашивки, осталось две. Там какой-то челик лежит. Ну ладно, я туда лучше не пойду. Мне лучше туда не идти. Ну че, зря ты ищешь, ты я уже все там обыскал. Ой. Так. Патрон у меня про блин, пробойный, или как называется, калибр. Бронебойный, во. А не бронебойный, блин. Ножик в CSGO, хоп-хоп-хоп. Ой, чтоб красиво было. Так, я пить захотел, сейчас попьем. О, что это у нас? Газированная вода. Попьем газированную воду, она вкуснее будет. И погнали дальше. Все, мы тут добрались. Опа-опа-опа. Опа. Блин, стоп. А, нет, это просто аномалия. Так, опа, тут какие-то челики. Мне не лучше, наверное, быстренько все туда блутать. Так, где мой тайничок? О, халявный. Здесь... Ну, что-нибудь тут есть? О, энергетика, это нормально. Аптечка, это нормально. Стоп. Это был тайник? Нормально, я скажу вам, тайник. Не лагай, не лагай. Зачем ты лагаешь-то, игра? Так, блин, все, ё-моё, что тут происходит? Вертолеты летают всякие. Ой, я походу все. Я мертвый чело, чуваки. Я мертвый, все, прощай, я. Виталий Сухарь, прощай. За мной блин, за мной бежит Бюрер. Если кто не знает Бюрер, то загуглите. Ну, я, наверное, вам плохо объясню, кто такой Бюрер. Вам лучше его увидеть. Ой, блин, вертолет летает. Ну, Бюрер это мутант такой. Да, блин, не лагай, нет, не лагай, игра, что ж ты творишь? Нет, игра. Ура, игра разлагала. Аллилуйя. Вертолет. Нет, пожалуйста, X-Ray не надо. X-Ray, прошу тебя. Не доводи, пожалуйста. Да блин, X-Ray дурацкий. Опа, труп. Чей труп? Так, сталкера у нас. Разряжаем патрончики. Ну... Ой, это... Ой, я чуть сталкера не завалил. Ну, они мне... Понятно, они мне друзья, военные мне друзья. Ну, извините, сталкеры, но я... Я, короче, здесь тупо... Не являюсь. Короче, мне военные друзья, поэтому я их не могу. Ну, конечно, могу, но они все разлятся и меня убьют.
А лучше, а я мне не нужно такого. Так, это кому-нибудь можно продать. Все. Так, и где мой тайничок? Мой любимый тайничок. За 7000. Если меня кто-нибудь, если меня там обманут на 7000, то я морду. В костре чуть не сгорел, ё-мой. Так, теперь надо разобраться, где тайник. Тайник, походу, в этой части. Или нет? Или да? О, тут сплошные аномалии. Вот только непонятно, на третьем этаже находится или на втором. О! А у меня есть таблетки от псевоздействия или что это? Где они? Блин. Походу нету, да? Ну, блин, придется. Так, через диван, через кровать и пробираемся мы к нашему тайнику. А где он? Ой, я помираю. Все. Прощай, Виталий Сухарь. Где мой тайник? Где он? Где тайник? Я сейчас помру, я сейчас помру. Так, ну что ж, ребят, ну на этом мы будем заканчивать. Ой, меня стреляет. Ой. Ребят, походу мы не заканчиваем, скажу я вам. Вертолет-то стреляет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, о, все, зря я, конечно, стрелял. Ой, он стреляет, стреляет. Я думаю, это просто так. Ой. Ребят, походу мы еще не заканчиваем. Я хочу отпилить этот вертолет. Блин.